Передовый шлоктысный республика са казакияс. Найнуистыми казакияс доброволе часла гуманитарный отсек, став на скык тон на груз. Мунусныку им шурс километра сэмэн ыта раз. Эти опасные туюканын, наяс виджесны донской, все великой войска са казакияс. Груз пин маскирует антывияс, инструментияс, шуан юан, да мукаттор. Боичас кушкен, эскольны, достойное поколение котурса курсант ясле, кучналысны образ. Май окмыседлуна кувлытым полк осмун комиен и странаен безопасность понда. Айму высна уджи тышин вермам лэщижимдас окмысвод тюрем кежле. Дащитама некамын пасьян ног. Быдэнлэн шемьян, колесны пыль язда прадед яслен фото яс. Налэн чужим яс колесным ян памяти нэм яс кежле. Фото асэн ми вермам юкшины кувлытым полклэн вуль формат ясэн. В Сосногорском физкультурной бурде Чанширинен мунус парад юных войск, нема смотр, чема победа лен шишим дас окмыс во тырамле. Та лоескин традициян, начальный класс ясен величищас, петка лене военный строй, да шивну кужам лон. Жюри дон яле и пашкамсе. Парада пырочесны медсестра, танкист, казака пашташем кадет яс. Медведя места щетама улыс одасы шмыд номера школалы. Нален вишка длищ Наталья Гончарова вишталес. Том войска лен парад кежле, челядь йона дащ тышесны. Ухта, это час диктан победы, патриотическая акция. Могус чуксавны рощаса, да мукат странен улучшасас, виледны военной история. Апрель кышквайтедлуна, карен вочтасны коммун площадка. Ухта, сас вермасны гижны победа лишь диктант история, да чужа мутуялан музеин. Карчевский нема творчество ширинен. Ширда гайдар нема библиотека асен. А нышта том езлен дружба киркаен. Регистрация за воги час апрель кышквайтедлуна, да соки час, да свет минутен. Позже гижны и онлайн форматен. Известия Ухта, телеканал Лойс Ухтайн кышкыкат кнопка влен. Тал Москвайн, федеральный Роскомнадзорен, мунус телеканал яслен конкурс. Известия Ухта сэны вермэс. Анышта рэгэт Ухтайн пожасэ свичэдны пульт вэлэш, кышкыкат кнопка личка мэн. Мы работаем в Ухте! Ухта – замечательный город в республике Коми. И, говорят, именно здесь, еще в 1935 году, добыли первый газ. А еще Ухта – родина российской нефти. И это абсолютно точно. Еще в 16 веке у берегов реки Ухта было обнаружено черное золото. Здесь же появился первый в России нефтяной промысел. Возможно, вы слышали, основал его Федор Придунов. В Ухте, внимание, самая большая в мире голова Ленина. На 30 метров она возвышается над городом. В ухтинском поселке Водный еще в 30-х годах 20 века появилось первое в мире радиевое производство. Радий добывали из подземных вод. Раньше здесь был даже санаторий, где пациентам прописывали радиевые ванны. Считалось, что радиация укрепляет здоровье. Оказалось, наоборот. Говорят, здоровью ухтинцев показан регулярный просмотр телеканала «Известия Ухта». И это точно. А все потому, что ежедневно мы рассказываем жителям Ухты о том, что в нашем городе произошло. И в регионе тоже. Рассказываем на русском и коми языках. А городской глава с экранов телевизоров регулярно отвечает на самые острые вопросы телезрителей. Подтверждаю. Мы делаем нашу работу с душой и любовью к нашей северной земле и ее жителям. Мы работаем в Ухте. И не только для ухтинцев. Госслужба лан республика са академиян петкалесны рувики отувез энциклопедия лыш коми юкан. Уль платформан юзеда манин кук миллион статья. На гижема роща са кышку вылен. Проект лан автор ящерти. Страна лы оныклопашкет энциклопедической юртантор. Кудыло аскола на велочи счастлы. Да студент яслы. Суперлига Сатурлан кывкарта дешерти, вочмыш чесны новая генерация лэм ворсыщас, а Ухта клуб шэдэдэс медвэджа места. Турлан медбур ворсыщ, новая генерация ищ Данил Ильин, медмича голчуищ Роман Иванин. Рамап против
Иванина! Иванин уходит от всех! И какой гол Романа Иванина! Какая красота! И отсюда, конечно же, столько эмоций!